Спявачка з унікальным лірыка-драматычным сапрана. Критики называли ваш голос льющейся красотой, отмечали чарующие верха, дарящие совершенство и гармонию. Артыстка, якая больш за 25 год стварала на сцене Вялікага тэатра Беларусі вобразы ў операх класічнага і нацыянальнага рэпертуару. Очень люблю театр. И жизнь свою не представляю без него. Уладальница медаля Франциска Скорины Нина Козлова у кинозале Белтелерадиокомпании. Потрясающе. Ой, как красиво. Эксклюзивные видеоматериалы про житё и творчесть заслуженной артистки Республики Беларусь и яе уласные успамины. У телепроекте «Майстры и кумиры». Только на Беларусь 3. У нас только сапраўдныя каштоўнасці. Гісторыя. У сярэдзіне 1832-го Міцкевіч пераязджае ў Парыж. Літаратура. Я буду маліцца да зорак і жаліцца, што гасіць сябе надта часта яны. Музыка. Надышоў час не спрачацца і аналізаваць, а слухаць. Слухаць сябе і песні. Театр. Я створал гэтыя балеты свободной душой, у вольным духу. И гэта один шлях, по яким можно ісці у танцы. Выяўленчае мастацтва. Что если ты с собой согласен, значит хорошо. А как правильно, неправильно, кому никому не известно. Потом время подскажет. Традиции. Собрались сегодня мы на ваше свято. Бывайте здоровы. Усё багацце айчыннай культуры на тэлеканале «Беларусь 3».